Привет и добро пожаловать в мой следующий «Давай сыграем». И сегодня мы собираемся играть Secret Money и тоже, но точнее, это легенда о святом мече 2. И это был, конечно же, опубликован в 1993 году. Из Сквера, это компания Сквера, и сюжет, это темность, укрещивают это США территории, и сила мана усвятает. И мы ожидаем для человека, который может использовать мономяч. И это легенды, много легендов существует, но это просто о одном мече. Хорошо. Конечно, это очень старая видеоигра, которую я сыграл много, когда я был ребенком. И еще и когда я совершеннолетник. И я сыграл эту видеоигру в 2018 году, когда я сыграл по-пактуски. Но этот раз я играю по-русски и но посредственно прямо за приставки, на приставку. И это мой первый раз, который я играю вот таким образом, но это не будет многих различений, потому что это, по-моему, это одинаковый. Это нет различения, отличения между приставки и эмулятора. Хорошо. И я буду объяснять видеоигры в то время, которое я играю. Хорошо, это новая игра. Хорошо, что значит, мы играем по-русски, поэтому, дорогие, Борис будет мой главгерой, протагонист. Борис? Боря? Да Боря, кто Боря? Борис. Хорошо. И это сюжет. Использовая силу маны, цивилизация стал сильным. И это что-то строили ультиматные оружия крепость мана. Но это угневнает бог, и они опасали свои девы, чтобы уничтожить крепость. Это очень ужасная война, чтобы это уничтожил мир, но один герой использовал меч, чтобы уничтожить маны крепость. И эта цивилизация уничтожена, но, к сожалению, это буйство расшилось. Буйство расшился. Но время как реки и течает, и повторяет себя. Эй, чуваки, ожидай, подожди. Шш, осторожнее, мудрец найти нас и будет гневным. Да, мы не должен быть здесь. Это признак есть. Существует признак в круге. Ха! На самом деле, веришь его? Люди просто говорят, чтобы испугать нас. Но я слышал, мой дедушка сказал
что-то о мигающей вещи в круге водопада. От круга водопада, в пруде водопады, я не знаю. И это ближе от водопады. И Тим Дио ответил, что это должен быть кто-либо сокровище. Мы должны найти его. Помогите мне, я подаю. Попадал господин Борис из водопада. Оу! Но, к счастью, это просто видеоигра, и поэтому очень падение из высокого места нет проблем. Оуч! Хух! Ты... Я не мог один еще раз достигать наверх. Что делаем? Что делаю? Хорошо. Мы можем... гуляем. Мы можем гуляем в круг. Но это просто один дорога для нас. Сейчас. Мы продолжаем до тех пор. И это трава. И посмотрите, это очень красивый график, нет? Очень светлый. Очень... это светлый свет, я не знаю, но это очень красивый. О, Борис! А? Кто был? И это мост, очень маленький мост. Посмотрите, что делает это... Что такое это меч? Я не знаю. И древний, в этой стороне. Я должен найти что-то кастит через кустов. Я не знаю, если это верно. Но это кустов, мы не можем пройти через кустов без что-то. Мы можем использовать кустит. Кустит, кастит. Ну, посмотрите. Нет калачей. Это когда я был ребенком, я не знал, потому что калачей мы выступаем на этом месте это будет сообщение. Поэтому я думал, что мы не можем пройти наверх. Но это неверно. Я потерял 15 минут калачи, я не знал. Хорошо, что такое? О, это... держите меч. Кто вы? И что такое это мяч? Что делает здесь? Ага. О, это свет. Столько мигающий. Я не могу видеть. Это признак, Борис. Я спросил тебе. Это меч. Я меч. Что такое? Что говорил? Это мяч? Я не знаю, что происходило. Пришел. Это бриллиантный или светлый свет? Просто нет через момента. Я должен вернуться. Хорошо, и мы можем сейчас нападить. Или кастит с мячем. И это хорошо. Посмотрите, я хочу обсудить игровый процесс и что такое это
что это формат, формат барба или формат сражения. Это сражение не принимаем на Поджагово, а даже в реальном времени. А в реальном, в настоящем времени. Эй, что, что такое? Что делает раба этого таком месте? Я не знаю. Умирает. Хорошо. Посмотрите, это процент, проценты, это цифры вне, вверх, вне, я вне экрана. Это мое, конечно же, мое здоровье и еще это моя готовность нападения. Когда это не умеет, что процентов, мой атак будет очень слабым. О, хорошо, это сундук, сокровища. Кэнди! Это кэнди, это чтобы заполнить мое здоровье за 50 баллов. Мы пострадал 4 ущерб. Точки ущерб. А, это 4 светки золота. Хорошо. Это нет проблем. Эти монстры нет слов. И мы должен кастить. Эти... что такое каст... не касты, вот это... кусты. Это нет проблем. Что делает господин рабай? Это господин рабай сами, по-моему, я не знаю. Это, возможно, они сами слабый монстр во видеоигре. Я это очень, к сожалению, мой падал из водопада и хорошо. Сейчас мой сражаем для наших жизненных. Но это нет проблем совсем. И игровый процесс это очень... О, посмотрите. И не просто у нас есть уровень в здоровом, это общий уровень. А даже у нас есть... уровень оружия. Значит, что когда мы достигаем наследующий уровень, мы можем совершить супер атак, но, конечно же, мы должны ждать до тех пор, это полный мой оружейный метр. Поэтому калачи мы достигаем на восьмом уровне. Это не стоит, а потому что это занимается много времени. Много времени. О, у мы это уже во втором уровне. Хорошо. Это очень важный во видеоигре, потому что монстры, когда мы его превосходством уровня, они не мог отдать никаких ущерба на нам. Хорошо, мы пятого поселке, поэтому я хочу резать и установить это видеоклип. Я надеюсь, это был веселым для тебя. И всего доброго. До свидания.